Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на моем спортивном канале, и сегодня я выскажу свои первые впечатления по поводу протеина, который я недавно приобрел. А называется он у нас Hydro Beef Pro Protein. Фирма у нас Max. Заранее скажу, скажу, что это не реклама, потому что у меня вообще канал как бы маленький, подписчиков с гульки нос, как и просмотров тоже там каких-то 80 тысяч просмотров, это, блин, фигня вообще, и никто мне ничего не заносил. Купил за свои деньги, вот, и что сразу хочу сказать, так то, что он довольно вкусный. Вот. Я, конечно, еще не проверял на качество его, потому что, ну как качество, в принципе, так визуально я уже определил, что качество, ну, в общем-то, неплохое, потому что растворяется очень хорошо. У меня, к примеру, до этого были другой марки протеины, я использовал наш отечественный протеин фирмы Экстремал и еще какой-то был. То там очень много воды надо было для того, чтобы разбавить продукт. И, блин, это капец. Такое ощущение было, как будто они туда насыпали очень много углеводов, вот, и протеином как-то там особо и не пахнет, и надо жидкости вливать и вливать. То здесь я, получается, на один скоб, мерная ложка здесь 35 граммов, на 200 миллилитров воды и растворяется полностью. Вот прям вообще ни кристаллов не остается, ничего, вот просто растворился еще. Знаете, как напиток получается, как какао, вот как обычно. Коктейль готовят, то есть проблем вообще никаких нету. Буквально там несколько раз взболтнул, и все, он полностью растворился. Такая вот у нас баночка, как видим. Вот, я сравнивал на зарубежных сайтах, на фотографиях везде сравнивал. Вот, информации почему-то мало по нему. Единственное, что хоть здесь у нас, как видите, код есть, и до какого числа нужно съесть. Так. Тут у нас есть QR-код, вот, я не знаю, как он должен сканироваться, должен ли там быть сайт, я на других тоже проверял, находил картинки с этим самым, сканировал на телефон, и та же самая фигня у меня выходила, у меня просто как бы сканируется сам код, вот этот вот. То есть, я даже если это сканирую, у меня просто цифры вылазят, короче, для чего это сделано вообще, я не знаю. Вот, хотя бы какую-то информацию там заколбасили. Может быть, я не буду утверждать, конечно, подделка не подделка, но, по крайней мере, по всем признакам, оригинальная продукция, потому что упаковка один в один с зарубежными, со всеми, вот, все как бы замечательно, была заклеена. Здесь у нас была также заклеена под крышкой... Защитная это самая стояла у нас, вот она от нее осталась. То есть она качественная довольно была, так изнутри, ну, хорошо сделано, добротно. Вот, и, ну, придраться не могу, то есть внешний вид нормальный, все замечательно. Единственное, к чему я могу придраться, это то, что у нас здесь получается, оно же импортное. Вот, и здесь есть информация о продукте, но не полная. Здесь дело в том, что не указан экспортер. Умовы, условия там туда-сюда, хранение там все такое, есть, а кто экспортер, не написано. Я так предполагаю, что таскают, наверное, в Чернуху, скорее всего, потому что, блин, это, конечно, нехорошо, но ладно, этот момент мы пока упустим. Главное нам, чтобы продукт был оригинальный, а то как его завезли, кто, какими там путями, лесами, там, горами, блин, какими тропами проносил, нам это не важно. Здесь у нас состав получается на 100 грамм продукта, у нас здесь 90 грамм белка. По факту мы получаем 87 грамм белка на 100 грамм. Почему так? Потому что 3% у нас уходит на вкусовые ароматизаторы, там добавка шоколада, ванили, если вам там нравится, еще что-нибудь. То есть вот 3% у нас как раз вот эти вот ароматизаторы занимают. Здесь у нас 0 жира и 0 сахара. Это круто. На массе и на диете самое то. Здесь баночка 1,8 килограммов. Вот. Хотя нет, я соврал. Я соврал, ребята. Простите меня, пожалуйста. У нас здесь не 90% белка, а 85% белка на 100 грамм продукта. И как я уже сказал, несколько процентов у нас там уходит... Несколько процентов, это точно говорю, у нас уходит на... вкусовые ароматизаторы. Это везде. То есть любой протеин не возьми, который там определенное количество уходит под вкусовые добавки и ароматизаторы.
потому что они, во-первых, углеводистые, а во-вторых, они как бы тоже массу определенную имеют. Вот. И сейчас у нас, зачитаем здесь у нас, порция получается на 35 грамм, это один скоб у нас, выходит 123 калории. Фет 0,1 грамма, это жир у нас. Содиум, соль у нас тут, вся фигня. Чего? Так, дальше поехали. Углеводы 0,5 грамма. Так, протеина у нас 29,8 граммов. На официальном сайте заявлено 30,08. То есть, ну, разница, как я уже сказал, на вкусовые ароматизаторы. Я его еще, конечно же, буду проверять. Надо что-то там варят его, да, по-моему, на сворачиваемость там проверяют и так далее. Я, конечно, проведу тест, но это сами знаете, так, сомнительный тест, потому что белок может сворачиваться, а может не сворачиваться, и вообще было бы неплохо отнести его в лабораторию. Вот это было бы круто. Я, конечно же, в нашем городе постараюсь, поищу, может быть, есть такая лаборатория, или хотя бы по нашим местным похожу, по поликлиникам, может, кто-нибудь все-таки сможет сделать. Они же там анализы все равно проводят, какая разница, заплатить там денежку, как бы они там что-то там проведут и подсчитают, сколько там у нас белка на 100 грамм продукта выходит. Вот, это было бы круто, потому что мне самое главное, во-первых, узнать источник протеина, есть, чтобы наверняка знать, что это не подделка, потому что цена, кстати, гораздо дешевле, чем обычно, и в интернете я тоже смотрел, там, к примеру, 50 баксов стоит, то этот где-то приблизительно 45 долларов, ну где-то так, 45 долларов банка стоит. Вот. Цена очень дешевая по сравнению с остальными магазинами, что меня, собственно, ну не то, что насторожило, в принципе, ну как бы приемлемая цена, нормально, не слишком низкая, ну и не высокая, потому что цена очень сильно разнится в интернете. В рублях так там вообще разница такая, я прям по сайтам посмотрел, там буквально в 1000, в 1500 рублей разница на сайтах, это, конечно, я понимаю, что аппетиты у всех разные, как бы, ну давайте иметь совесть. Вот, вкус у нас здесь, я купил себе шоколадный, потому что другого не было. Вот, если бы была ванилька, конечно, я бы ванильку взял или молочный. Вот, как я уже сказал, растворяется продукт очень быстро, это огромный плюс. На вкус у нас приятный вкус, шоколадный, вернее, даже не шоколад, а какао, они сюда какао сыпят, если вы не в курсе дела. Пахнет очень хорошо, никаких резких запахов, то есть, ну, реально чувствуется вкус, запах какао. На вкус тоже очень хорошо, то есть, как обычный какао-коктейль пьете, вот, если кто-то с молоком делал, да, какао мешал, то вот то же самое. Вообще, ну, пить приятно, и можно с молоком мешать. Еще будет вкуснее, вообще класс. Я мешаю с водой, потому что у меня проблема с лактозой. И это, кстати, одна из причин, почему я взял биф-протеин, именно говяжий. Потому что у меня плохо усваивается лактоза и вообще с молочкой проблемы. И, блин, класс. Я вот взял, реально сейчас принимаю этот протеин, и нет никакого вздутия, ничего. Все просто замечательно. И, блин, хочу поделиться немножко там небольшой такой историей. Сейчас ремарку сделаем, отступление от нашего основного видео. На сайте, где я покупал, вернее, в магазине, там человек оставил комментарий. А вот тут что он пишет. Всем добрый вечер. Взял себе банку «Вкус шоколад». Что могу сказать с молоком, когда разбавляю, есть небольшие комки. Приходится долго трясти в шейкере. С водой нет. Ну, он имеет в виду, что с молоком есть комки, а с водой нет комков. Но я так предполагаю, что это из-за молочной консистенции, поэтому он может браться немножко комками. Но тут еще смотря как ты его там что размешиваешь. Потому что я, к примеру, заметил, что протут, если нормально, да, ты вот помыл шейкер и забыл там на дне вытереть. Поставил на стол, насыпал протеин, ходишь туда-сюда, то есть водой еще не залил. И вот на дне вот эта вот, где влага была, то есть он там корочкой как бы взялся, ну что-то такое. Когда в воду заливаешь, начинаешь трясти, то есть комки появляются. То есть тут сразу надо, только засыпал, водой залил и сразу размешал, чтобы не было комков. Так, вкус приятный, результат его не впечатлил. Интересно, а какой результат он ожидал от протеина?
Результат не впечатлил. Такое впечатление, что пьешь самый простой и дешевый протеин. Мышцы растут очень медленно. Есть сомнения, что подделка. Не буду утверждать, это может просто мне не подошел брак. А, брал к сушке, если кто брал, отпишитесь. Я что-то не пойму, что у него от протеина должно расти. Это обычная пищевая добавка. То есть просто мясо, но концентрат переработанный. То есть это никакая не анаболическая добавка, никакое не сильно действующее средство. И, блин, что у него там расти должно быть? НРС какой-то, я не знаю, геморрой может у него должен расти. Потому что это просто добавка к рациону. Добавка, понимаете, добавка. Если у вас мало белка в рационе, вот вам, пожалуйста, протеин. Вот, и его удобнее же есть, чем обычное мясо, допустим. Ну, как бы, его готовить надо, а тут разбавил утром, встал, бахнул и побежал там по делам, на работу, там на тренировку, еще куда-нибудь, все. Это сделано исключительно для удобства и для расслабухи вашего мозга. Вкусный протеиновый коктейль с шоколадным или ванильным вкусом. Бабах! Расслабился, то есть вкус получил, можно даже сахарозаменителя еще добавить, чтобы послаще было. Тогда вообще будет просто шик. И все, то есть это сделали для удобства. Понимаете, для удобства. И мышцы от него расти не должны. Это всего, ну это да, это строительный материал для нашего тела, как бы. Но это прежде всего энергия, это аминокислоты, это калории, благодаря которым существует наше тело. Потому что, ну блин. Люди такой хинею пишут, просто вообще какой-то пипец. Так что вот такой вот у нас спрос сегодня был. Буду разбираться дальше. Попробую, сделаю еще, может, какие-нибудь тестики там по поводу сворачиваемости и так далее. И я не обещаю, конечно, но если у меня получится договориться где-нибудь, сходить в лабораторию, я обязательно сделаю анализ. Сколько бы денег там это ни стоило. Потому что надо продукт проверить обязательно и... Я надеюсь все-таки, что там будет все в полном порядке. Вот, по крайней мере, визуально и по вкусу, и по запаху меня все устраивает. То есть все как бы нормально. Претензий никаких, внешний вид ни банка, ни сам протеин, ни сам белок. А то протеин уже такое, знаете, испорченное слово английское в нашей среде, блин, вообще ужас. Вот, в общем, продукт меня полностью по всем внешним параметрам и вкусовым и так далее, он меня устраивает. Единственное, что я не знаю, там внутрь не могу заглянуть, с чего, где и как там добавляли, говяжий ли протеин здесь, но я надеюсь, мы это все-таки проверим, нам удастся. Вот, так что всем спасибо за просмотр, ждем новых видео, всем, там, что там, подписываемся на канал, ставим лайки, пока!